Лучшие спортсмены из регионов России встретились на чемпионате Центрального военного округа по зимнему офицерскому троеборью. Он проходит на базе самарского филиала ЦСКА. Команды представляют воинские части и соединения, а также военные вузы, дислоцированные в Самаре, Екатеринбурге, Тольятти, Новосибирске, Тюмени, в Пензе, Ульяновске, Вольске, Омске и в Оренбурге. Их ждут состязания в трех дисциплинах. В нашей стране принимают участие лучшие офицеры Центрального военного округа в данном виде спорта, который в течение трех дней будет соревноваться в стрельбе из пистолета Макарова, плавании на дистанции 100, 200, 300 метров, а также в беге на лыжах 5 и 10 километров. Среди участников состязания 15 мастеров спорта, 8 кандидатов, 3 спортсмена первого разряда, остальные спортсмены массовых спортивных разрядов. Впервые в этом году в чемпионате принимают участие женщины. Зачет лично командный в трех возрастных категориях. Выступает 5 спортсменов от команды. В зачет команды идет 3 лучших спортсмена с каждой возрастной группы по одному спортсмену. И это в команду. А лично они борются в каждой возрастной группе. Первая тройка в каждой возрастной группе при условии выполнения норматива идет присвоение мастера спорта. Судейская коллегия у нас очень высоко квалифицированная, которая обслуживает и чемпионаты вооруженных сил, и чемпионаты СНГ. Поэтому здесь у нас база прекрасная. Самара – центр, как говорится, сердце России, на перепутье всех дорог. Сюда все съезжаются. Первый день соревнований проходит традиционно в тире. Во время стрельбы из пистолета офицерам необходимо не только показать свою физическую подготовку, но и настроиться, продемонстрировать внимательность и собранность. Ну, уравновешенность, вот, это настрой и отработка алгоритма всех действий. Каждый выстрел – это как новое упражнение. Нужно этого проделать. Все 10 выстрелов нужно выполнить, 10 упражнений. По итогам турнира будет сформирована сборная команда, которая представит Центральный военный округ на чемпионате Вооруженных сил России по офицерскому троеборью, который пройдет в Костроме с 1 по 4 марта. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.